Попробуем. Раз. Здесь проходит фестиваль ухи. Мы сейчас будем дегустировать настоящую даже не медовуху, а медостав. Собрались. Алкаши. Забродивший компотик. То, что мы же не бухать сюда пришли. Ни в коем случае. Только дегустация. Щука. Щука, да. Такие большие кусочки. А в этих стенах снимали фильмы «Иван Васильевич меняет профессии». Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну в ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет и польет проливной, я бегу в свое детство, летний дом. Великая ростовская уха. А какие ингредиенты входят? Маленькие наши секретики. Я попросил сейчас поставить 2 бокальчика в морозилку. И летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Эти стены сохранились с 17 века.